Мы находимся сейчас на избирательном участке, где свой голос отдает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Хочу отметить, что избирательные участки по всей Грузии открылись буквально несколько минут назад, и президент Грузии Саломе Зурабишвили стала одним из первых граждан Грузии, которые отдают свой голос на предстоящих, на начавшихся сегодня уже парламентских выборах. Можете видеть, что сейчас она помещает свой избирательный бюллетень в специальную урну, которая принимает бюллетени. Президент Грузии проголосовала. И сейчас готова дать свой комментарий журналистам. Можете увидеть, что президент вызывает большой ажиотаж у журналистов. Хочу напомнить, что на этих парламентских выборах Саломе Зурабишвили стала своеобразным центром для грузинской оппозиции, которой она призывала все оппозиционные партии объединиться. Кроме того, именно она была инициатором создания грузинской хартии, которая объединила большое количество оппозиционных партий. Большинство крупнейших оппозиционных партий Грузии уже подписали эту хартию. Согласно этой хартии, в случае победы оппозиционных партий будет создано коалиционное временное правительство, которое в течение одного года будет отменит большинство антидемократических законов, которые были приняты в последнее время. Кроме того, будет работать над выполнением тех пунктов, которые были предоставлены Европейским Союзом для вступления Грузии в ЕС. И через год, согласно этой хартии, должны пройти досрочные парламентские выборы. Калбатона Саломе, ты уже гидзе, цусу днаву кару гайцы, от хвиласка адширо гамочте. Сейчас президент Грузии готов дать свой комментарий журналистам. Ромлиствис гулиствисац чамоведи ам квеканаши 22 წლის წინ.
მე მივეცი ხმა იმ საქართველოს, რომელზედაც ლოცულობდნენ ყველა ჩემი წინაპრები. მივეცი ხმა იმ საქართველოს, რომელზედაც ლოცულობს დარწმუნებული არ მთელი საქართველო. ჩვენ საღამოს ვიქნებით ყველანი დამარჯვებული, დამარცხებული. არავინ არ იქნება, იმიტომ რომ გამარჯვებს საქართველო. მადლობა. Это был комментарий Саламы Зарубишвили. Она дала небольшой комментарий по поводу сегодняшнего дня и сказала о том, что надеется потом на то, что Грузия в действительности воспримет этот день серьезно, как день выбора. Это был достаточно короткий комментарий, но вы видите, что большинству журналистов не хватило этого, и очень многие хотят, конечно, задать вопросы, потому что действительно фигура Саломы Зарубишвили, несмотря на то, что она не является непосредственным участником данных выборов парламентских, является очень серьезной. Как я уже сказала, она стала центром объединения для многих оппозиционных партий и была инициатором создания грузинской хартии. При этом, как мы многие знаем, что последние несколько лет Салома Зурабишвили, которая стала президентом непосредственно при поддержке правящей грузинской мечты, находится в конфронтации с правящей партией. Кроме того, против нее был инициирован импичмент со стороны правящей партии, который ей удалось преодолеть. Несмотря даже на то, что Конституционный суд признал, что действия Саломы Зурабишвили, когда она посещала европейские страны для того, чтобы пообщаться с европейскими лидерами, были антиконституционными. Можете видеть, что Саломе Зурабишвили покинула участок. Хочу напомнить, что участки в Грузии открылись буквально несколько минут назад. И президент Грузии Саломе Зурабишвили стала одной из первых, кто проголосовал сегодня на парламентских выборах. Хочу напомнить, что участки будут работать сегодня до 8 вечера. И впервые в истории независимой Грузии правящая партия «Грузинская мечта» будет в четвертый раз переизбираться. Напомню, что правящая партия находится у власти уже 12 лет. Выборы в этом году пойдут по пропорциональной системе. Ранее они проходили по смешанной системе. Если будет избрано в парламенте Грузии 150 мандатов. Если же ни одной из партий не удастся получить большинство, будет сформировано коалиционное правительство. Именно на это надеется большинство оппозиционных партий, некоторые из которых объединились в коалиции. Хочу напомнить, что сейчас есть как минимум три крупных коалиции. Это коалиция, куда входят партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, Единое национальное движение, которое объединилось с партией «Стратегия Агамшинебели» и с Европейской Грузией. Также это коалиция «Сильная Грузия», в которую входят партия «Лело», партия Анны Долидзе, партия «Граждане» и платформа «Твой суп, либо свобода» Ливана Цуцкиридзе. И также третья коалиция – это коалиция «За перемены», в которую вошли партия Гирчи, Дроя и Ахали. Также один из крупных игроков этих выборов – бывший премьер-министр Грузии, это Георгий Гахари. Он решил не объединяться ни с одной из других партий и выступает на этих выборах единолично.